Ну і ми рухаємося далі. Вже готовий з нами спілкуватися наступний спікер. Це буде Андрій Бузаров, кандидат філософських наук, сходознавець. Андрія, вітаємо вас. Здравствуйте. Добрий вечір і вам. Дякуємо, що ви з нами. До вас багато питань. Самі розумієте, з якого приводу це зараз щодо звернення Російської Федерації про військову підтримку до КНР. Спочатку ми мали таку інформацію. Її спочатку спростували, власне, в Китаї. Потім відхрестився Кремль, що вони зверталися до КНР по військову допомогу. Але зараз ЗМІ все ж таки ширять інформацію, що начебто дізнаються інформацію з джерел про те, що Китай на цю пропозицію пристане. Як ви можете прокоментувати цю ситуацію? Ви знаєте, без сумнення, зараз, взагалі, останні дві тижні Китай все більше і більше старається бути активним на внешньополітичній арені. І внимання, потрібно признати, що внимання зі сторони світових СМІ зараз в тому числі в той или иной степени приковано к Китаю. Это связано со многими факторами. И тайваньский аспект, и экономический аспект. Но без сомнения, когда мы говорим об Украине, России и Китае, нужно понимать, что у Китая всегда были и будут свои собственные интересы. И никогда нельзя, по моему глубокому убеждению, приравнивать Китай к союзнику России. Китай не был никогда союзником России и не был никогда союзником США. Китай — это союзник Китая. И на сегодняшний день Китай до последнего будет сохранять возможность иметь хорошие отношения с Украиной даже в таких трагических обстоятельствах, в которых сейчас находится наша страна. Поэтому на сегодняшний день все возможные слухи о том, что там Китай будет поставлять оружие России или каким-то образом будет усиливать взаимодействие против Украины, я не воспринимаю как человек, который был много раз в Китае, который неплохо знает эту страну и разбирается в вопросах внешней политики этой страны. То есть Китай будет выполнять те функции на внешнеполитической арене, которые соответствуют интересам своего народа. И в интересах Китая сохранять с Украиной хорошие отношения, несмотря на всю геополитическую ситуацию, которая сейчас складывается в мире. Ну, попри те, що ви назвали слухами ось ці повідомлення щодо перемовин Російської Федерації, Китаю і можливості, ймовірності надання КНР дійсно військової підтримки Росії у війні на території України, ми знаємо, що також лунає ця інформація в СМІ, що сьогодні мали відбутися перемовини і зустріч США та Китаю у Римі. Скажіть, будь ласка, наразі чи є інформація щодо підтвердження цієї тези? І, можливо, навіть ви надасте певні деталі, якщо вони є. Смотрите, на сьогоднішній день, от іменно на сьогоднішню минуту, деталі от іменно цієї зустрічі, вони мало відомі, но ця зустріч, скоріше всього, відбудеться. І більше того, я вам скажу, останнє час, останні, може бути, півгода, США і Китай достатньо активно проводили, я думаю, кулуарну переговорную определенную работу. И в связи с той ситуацией, в связи с вторжением США, прошу прощения, в связи с вторжением Российской Федерации в Украину, США усилили активность общения в той или иной плоскости с Китаем. То есть на сегодняшний день, с точки зрения геополитики, американцы будут пытаться максимально, скажем так, забрать Китай от сотрудничества с Россией. И не исключено, что Китай на сегодняшний день может по многим, прежде всего, экономическим вопросам сблизиться с США. Это в интересах китайской стороны. Поэтому на сегодняшний день этот треугольник США, Россия и Китай выглядит не таким однозначным, как у нас в Украине некоторые эксперты его представляют. А представляют его часто как Китай-союзник России или Россия-союзник Китая против США. Это, мягко выражаясь, неправильная трактовка. На сегодняшний день Китай открыт к любому диалогу с США и открыт к любому диалогу с Украиной. Более того, я вам скажу, не все, наверное, знают, что до сих пор посол Китая в Украине, господин Фан Цзяньчжун, находится в Украине, во Львове, выполняет свои функции,
И ну, это еще одно подтверждение того, что дипломатические отношения между нашими странами на нормальном уровне. Скажіть, будь ласка, щодо Китаю, ви знаєте цю країну і її, скажімо, настрої, політичні уподобання краще, ніж будь-хто інший. Чим сьогодні Китай може зацікавити Російська Федерація, а чим може зацікавити Сполучені Штати Америки? Тобто є певні у вас наперед певні міркування щодо того, дійсно, з ким Китаю буде краще товаришувати? Я думаю, что ответы все на поверхности. И напомню, что в конце этого года в Китае будет переизбрание всей верхушки руководства страны, то есть будет очередной съезд Компартии, где Си Цзиньпиня, скорее всего, переизберут на следующий срок. Си Цзиньпиню сейчас важны внутренние победы и внешнеполитические победы. Одной из такой побед может быть, естественно, внешнеэкономические успехи Китая после неудач, вызванных пандемией. И в связи с тем, что западные санкции, драйвером которых выступает США, достаточно активно действуют на экономику России, происходит обесценивание активов России во многих секторах, Китай пытается, выражаясь простым языком, по дешевке скупить многие российские активы в тех или иных направлениях экономики. Поэтому у Китая очень, очень непосредственный прямой интерес к тому, чтобы воспользоваться ситуацией, воспользоваться теми санкциями, которые накладывают Запад на Россию, и максимально скупить целые сектора российской экономики. Более того, Китай внимательно изучает то, как санкции действуют на Россию. И вот, вот эти идеи, мысли о том, что Китай, возможно, там, проведет военную операцию на Тайване или в других каких-то уголках, они, возможно, и останутся лишь слухами, потому что Китай прекрасно понимает, что возможная военная операция в Тайване может привести к аналогичным санкциям против Китая. И Китай сейчас достаточно аккуратен по тем или иным вопросам. Не исключено, что Россия ожидала от Китая быстрых действий на Тайване, чтобы таким образом замылить глаза мировой общественности и сделать так, чтобы общественность не обращала внимания на Украину, а переориентировать внимание на Тайвань. Но Китай не пошел на подобные действия. Китай остался в стороне. Более того, продолжает диалог с США. Поэтому в этом треугольнике еще неизвестно через месяц, кто с кем будет союзником, а кто с кем будет другом. Главное, чтобы Украина в этой ситуации сохранила хорошие отношения и с Китаем, и с США, как сильных геополитических сторонников против России. Дякую вам за деталізацію, за пояснення. Дякую, що приділили час роботі Лайф-студії на 7-му телеканалі. З нами на прямому зв'язку був Андрій Бузаров, кандидат філософських наук, сходознавець. З ним поговорили щодо звернення Російської Федерації до Китаю по воєнну допомогу задля продовження військових агресивних дій на території України.